Всего в финале 20-го конкурса «Зажги свою звезду» приняло участие 23 человека. На сцене фантастики танцевали хип-хоп, пели русские народные песни и популярные композиции. Выступления были очень разными, но каждый получил удовольствие от нахождения на сцене и громких аплодисментов. Среди финалистов – танцоры и вокалисты разных возрастов из Нижнего Новгорода и области. На конкурс «Зажги свою звезду» одни приходят за победой, а другие – чтобы набраться сценического опыта. Это возможность выступить перед широкой аудиторией и получить профессиональный совет жюри. «Зажги звезду», наверное, он уникален, потому что я не знаю, чтобы были еще такие конкурсы профессионально-непрофессионально. Здесь может принять участие любой желающий, пройти два отборных тура и выступить на сцене. Это реальный старт, откуда можно начать свою дальнейшую карьеру в танцевальной сфере, либо в сфере вокала. Любое выступление на сцене делает детей более харизматичными и помогает им в дальнейшем вообще в жизни. Анна Чихирева оказалась в финале конкурса уже не первый раз. 7 лет занятий восточными танцами не прошли даром, и сегодня Аня взяла первое место. А вот для Насти Чибиковой это первый конкурс в жизни и сразу специальный приз – фантастический старт. Самая юная участница тоже покорила жюри танцем. Хорошая атмосфера, зрителей очень много, могу показать все свои таланты. Еще обязательно сюда приду и буду побеждать. Спасибо торговому центру «Фантастика» за организацию таких конкурсов, за привлечение наших детей к культурной жизни города, области. С 15 января 2018 года «Фантастика» начнет принимать заявки на участие в следующем сезоне конкурса. Так что у тех, кто мечтает о сцене, еще есть время подготовить вокальный или танцевальный номер, чтобы потом зажечь свою звезду. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, «Столица Нижней».